Всем привет, ребят, с вами Корвит, мы находимся с вами в игрушке под названием Forts. Игра не новая, она довольно давно вышла, и, на мое удивление, я в нее ни разу даже не играл. Поиграл, на самом деле, вне записи в компанию, поиграл в стычку, поиграл одну игру в мультиплеере, то есть более-менее так понял смысл игры, что нужно делать. И решил, ребят, поснимать мультиплеер вместе с вами. Не знаю, насколько мультиплеер вам зайдет. Если вам будет интересно, можно будет сделать серию игр по Forts. Вот, в общем, посмотрим. Давайте сразу, наверное, тогда приступим к сетевой игре. Я думаю, что, возможно, это затянется надолго, поэтому, друзья, я, наверное, поиск игры вырежу. Вот, и мы с вами уже начнем тогда непосредственно с самого матча. Погнали. Итак, ребят, начинается у нас бой. Первая каточка. Так. Давайте сразу поставим одну вот эту. И теперь будем расширяться. Будем расширяться вот сюда вперед, я думаю. Вот. Ах ты ж, блин, сюда она не крепится-то. Сюда-то она не крепится. Ай-яй-яй-яй-яй, это плохо. Блин, надо, наверное, тогда зафиксировать как-нибудь вот таким вот образом хотя бы. Так, вниз тоже, да, нигде не зафиксируешься. Ой-ой-ой-ой, там уже идет прострел по мне. Там уже по мне простреливают. Давайте фиксируем вот так. Фиксируем вот так. Так, сразу ставим вот эту вот красненькую. Где-нибудь здесь, наверное, да? Сделаем. Так, что мне еще делать? Батарею делаем, батарею, я думаю, сделаем, да, здесь поставим. Так, давайте дальше расширяться. Так, дальше расширяем базу нашу. Блин, висит как это. Сопля какая-то. А, вот здесь вот можно так вот, кстати, тоже закрепиться. Будет немножко получше все это дело у нас проходить. Вот здесь вот уже так вот закрепляемся. Так, закрепляемся. Вот так, отлично. Вот так закрепляемся. Вот, вот это вот уже что-то вот интересное. Уже на что-то похоже. Кто там, блин, стреляет? Кто там отстреливается? Я не могу, блин, посмотреть, потому что... я играю, блин, в эту игру... буквально, я не знаю, который раз. Раз пятый, наверное. Поэтому особо еще не выучил, что тут и как. Поэтому, ребят, не обессудьте. Так, а почему я не могу вот здесь... А, вот так вот, да, надо делать? Хорошо, хорошо, сделаем тогда так. Так, вот тут вот низ, я не знаю, ну давайте, наверное, тоже вот так вот как-нибудь зафиксируем его. А, подождите, вот сюда, да, надо? Ай, блин, вот так. Да фиксируйся же ты уже. Вот, отлично. Зафиксируем вот таким вот образом, далее оружие. Так, отлично, рой у нас готов. Ставим рой, сейчас будем подсвечивать и стрелять роем. Ну, не знаю, вот по вот этому, наверное, будем тогда стрелять. Ваш запас энергии. Так. Ну, по ресурсам, по энергии у меня, в принципе, неплохо. Я бы, единственное, бы сделал, возможно, еще бы энергии немножечко. Чуть-чуть, совсем. Куда тебя поставить? Сюда поставим, давайте. Вот так вот. Сейчас рой сделаем и начнем уже шмалять. Можно, в принципе, сделать еще один рой, но его я больше здесь никуда не поставлю. Поэтому придется сделать только один. Не знаю, сможет ли рой отсюда достать по врагу, без понятия. Но я надеюсь, что сможет. Так, технологии, центр улучшений. Центр улучшений, я даже не знаю, куда его поставить. Или нет, давайте, наверное, лучше не центр улучшений. Давайте лучше сделаем вот эту, наверное, базу. Вот тут вот ее тогда поставим. Так, щит отражает снаряды. Не знаю, как он выглядит, как он строился. Веревки. Тут никак не зацепить их, да? А, можно вот так сделать, да? Можно вот так вот позацепляться. Так, все, у меня готов рой. Давайте стрелять куда-нибудь снайпером. Подсвечивать. У него там тоже рой, да? Открыт. Так, давай вот сюда. Ага, ракеты пошли. П
Плохо, что-то как-то слабенько. Так, мне нужна защита, мне нужны вот эти вот зенитные артиллерии. Для того, чтобы нормально я мог здесь защищаться. Сейчас мы их построим, сейчас мы их скоро сделаем. Сейчас будет все отлично. Так, Рой у нас перезарядился, погнали. Второй залп давайте вот сюда куда-нибудь. Ты там стреляешь или нет? А, нет, да? Я понял. Все, так, пошел второй залп у нас, отлично. Ой-о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 й. Только 4 ракеты попали, да? Слабенько очень попали. Так, сюда ставим зенитку. И сюда ставим куда-нибудь тоже вот так вот зенитку втыкаем. Вот так вот, отлично. Все, здесь будет у нас теперь хорошая защита. Так, здесь ставим тогда... А, добычу не могу здесь поставить, мешается Рой. Рой мешается. Блин, вонючий Рой. Давай сюда же. Нет-нет-нет, вот сюда. Куда вы полетели, блин? Вообще куда-то не в ту сторону совсем. Совсем не в ту... Вот, отлично, кого-то я там подбил, кажись. Хорошо. Так, отстраиваемся немножко. Вот так вот делаем. Сзади не получится отстроиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а как... Ох, нифига себе, у него там какой-то лазер здоровенный, мощный, Вася. Мощный лазер. Чинись, 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 снайпера моего сняли. Снайпера сняли, плохо. Я даже не знаю, из чего он по мне стрелял, без понятия, что это такое было за пушка адская. Реально адская пушка была какая-то, без понятия, что это за пушка. А, у меня снайпера, блин, нету, я не могу стрелять роем, снайпера нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, просто прошибает насквозь, прошибает просто насквозь, убивает все мои турели. Плохо, 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 энергия закончилась. Обрубили, стройка не идет, блин, плохо. Ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, чем это он так шмаляет. Без понятия, ребят, без понятия. С чего идет такой по мне прострел жесткий. Ай, сюда никуда, да, не получится. Ух, нифига себе, ой, нифига себе. Они, блин, как будто играют, знаете, в скопе. То есть один бьет по одному, второй по другому. О, жесть. Ну ладно, я думаю, что здесь мы уже с вами не выиграем по-любому. Да, я думаю, что нужно было сразу, наверное, строить пожарный луч, структуру, снаряды, сжигательные. Да, наверное, вот нужно было что-то вот из этого строить, тогда был бы какой-то толк, я думаю, явно. Так, ну погнали, ребят. Думаю, что будем идти, наверное, в зенитный луч. Ой, точнее, в зенитные пушки. Вот, и в пожарный луч. Так. Сразу ставим вот это и вот это. А, только две, да, могу? Так. Расширяться будем вниз тогда, я думаю. Вниз вот сюда будем расширяться. Главное, чтобы дали хотя бы немножко времени. Хотя бы чуть-чуть времени на развитие. Самое главное, чтобы дали. А там уже будет, я думаю, все отлично и нормально. Здесь вот так делаем. Здесь вот так. Здесь вот так. Вот так. Вниз, вниз, вниз. Все, вот. Примерно так тогда ставим базу, хотя, в принципе, сразу видно, где уязвимая часть у меня находится. Сделаем здесь ворота. Я не знаю, будут ли открываться сразу двое ворот здесь. Я надеюсь, что будут. Так, устройство. Так, ставим оружейную вот эту вот. Ракета флаг. Да, а потом будем уже переходить дальше. Оружейную ставим здесь. Так, что у меня там по энергии и по ресурсам? Все очень плохо. Что там у противника? Они пока еще отстраивают базу, да, я вижу.
Пока что идет только строительство базы. Долго, блин, конечно, все это дело строится у нас. Очень долго. Хотелось бы, чтобы это все строилось быстрее. Так, технологии. 800 и 5000, да, мне будет нужно? Блин, надо, наверное, сделать, чтобы энергии было больше. Давайте поставим вот эту штуку, чтобы было больше энергии. По ресурсам, я думаю, хватит. Хватит, я имею в виду, того, что у нас есть. Луч огня, вот что мне будет нужно. Сейчас построится, будем делать тогда вот это вот. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Надо завод делать, надо делать завод. Отлично. Делаем завод. Заводец. Здесь можно, я думаю, балку улучшить. Вот так. На металлическую. Ваш запас металла полон. Постройте склады, чтобы увеличить объем запасаемого металла. Да нифига он у меня не полон. Здесь тоже тогда сделаем металлическую такую балку. Там он тоже делает какие-то металлические. Там уже два... Две ветряные мельницы уже стоят, крутятся. Так, ну завод еще не закончился. Но я могу уже строить, в принципе, блин, я забыл совсем. Надо же было строить вот эти вот пулеметы. Надо было строить, ребят, пулеметы, а я про них забыл-то. Вот так вот. Так, здесь. А почему я здесь не могу построить? Воу-воу-воу, кого-то там, по-моему, уже вынесли или нет? А по кому там стреляли? Подожди. По кому стреляли? А, может быть, это наши там стреляют? Может быть, кстати. Может быть, как вариант. Но я, в принципе, оборонительные турельки поставил. Я думаю, что они мне помогут. Так, вот этот вот луч, да, получается, мне нужен. Четыре... А почему я не могу его построить? А, база еще не построилась. Вот, теперь могу, отлично. Вот теперь могу. Вот здесь вот мы его тогда ставим. Вот так. Один и второй. А, и пока только хватает на один. Плазменный зажигательный энергетический луч. Вот так вот два тогда. Сюда один и второй так вот ставим. Отлично будет, вообще кайф. Ух, нифига себе, там полетело все. Сейчас будем прожигать. Сейчас будем, ребят, скоро прожигать. Уже почти. Уже почти. Чуть-чуть осталось буквально. Здесь... Ага, вот, все нормально. Строится тоже у нас оборонительное такое сооружение. Здесь делаем ремонт. Что за звуки странные? Ух ты, там пожар у чувака, да? Ну, сейчас я ему жахну. Сейчас я ему с лазеров со своих жахну. Будет вообще обалденно. Сейчас будет круто, ребят. Так, вот здесь вот, мне кажется, нужно сделать тоже такие вот металлические балки. Чтобы прям не было уязвимых мест. Давай, 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 родной, давай. Еще там полетели ракеты, офигеть. Теперь он, я так понимаю, стреляет по нижним. Ух ты, ой-ой-ой, вот сейчас бы туда бы садануть, да? Лазером, давайте сейчас... Саданем туда лазером. Давай, 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 стреляй. Отлично, прожег, вообще супер. Прям хорошо прожег так. И еще разочек, туда же давай. Давай туда же куда-нибудь. Давай, 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 огонь, огонь, ну уже. А почему на линии выстрела этого оружия имеет препятствие установить? А, блин, тут у нас такие стоят. А надо было... Блин, вот так вот нужно было сделать. А, теперь ждать, пока она, блин, зарядится, да? Давайте вот туда, наверх. Давай туда, вот наверх, пошел. Вот так, хорошо, хорошо, отличненько. Отличненько. Тут пока... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там все падает, там все рушится. Там все падает и все рушится. Давай, 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 открывайтесь ворота. Отлично, еще прожог. Надо было чуть-чуть взять ниже. Чуть-чуть взять ниже. Вот здесь вот где-то, да, наверное? Ты будешь стрелять или нет? Что-то такой долгий. Ну, стреляй, блин. Что-то куда-то, блин, бью вообще абсолютно не туда, по-моему.
Ой-ой-ой, минус еще один чувак. Вынесли еще одного. Это хорошо. Одна у нас зарядилась. Ой-ой-ой, слишком взял высоко, слишком взял высоко. Вот, отлично. О-о-о, прям по пушке попал по какой-то. Ха-ха, прям четенько. Хорошо. Давай, 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 родной. Давай, давай, отлично. Блин, надо было чуть-чуть взять ниже все-таки, да? Чуть-чуть взять. Вот так вот. Вот так вот, давай, 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 давай. Вот, хорошо попал. Ой, прям прожег великолепно. Фундаментальный проджик был. Давай, 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 стреляй, давай, давай. Перезаряжайся. Вот так, хорошо. Там тоже какой-то лазер еще фигачит. Все, ребят, ништяк. Фу, вот это уже была более-менее интересная каточка. Подписываемся, ставим лайки, пишите в комментах, если хотите продолжение мультиплеера по Forts. С вами был Корвит. Увидимся на новых видео. Всем пока-пока.